Так, вот мы зашли в новый фикс прайс, который... Вот это взяла? Хотела из Лисбуси взять. 880, нужна? Как эта улица называется, Лена? Новый светофор. Ой, не светофор, а это фикс прайс. Пас от Паева. А здесь вон звезда. Сколько эта звезда стоит? 880, что ли? 880. Такая звезда. Ну, я уже звезду взяла, желтую. Лена здесь набирает. Для салона берем. Вот эти веточки по 600 тенге. Я брала такие веточки. Здесь взяла или в магазине? Я в фикс прайсе взяла, который возле Марта находится. Попробую, они ее смотрю. Что? 330 тенге стоят. Ты хотела, парочка. Взять, а да? Там почем были? Серебристый, смотри, он красивый. Возьми. Найду. Лена. Ой. Лена, вот смотри. Вот он. Возьми. Серебристые. Ты возьми, я, у меня же золото и красное. Мне надо золотистые. Вот, дай мне вот эти золотистые. Лена. Мама, а что они такие уже, смотри? Они уже поржавевшие. Вот эту. Опусти. Вот. Есть такие вот эти, знаешь? Вот эти красивые, смотри. Они золотистые. По 330, Лена. Вот эти возьмем, мама. Мне придется лакомиться. Лена, вот я положу вот себе. Вот такие бабушки. 330. У меня как раз елочка. Там будут игрушки золотистые и красные. Шары 1100. На 6 раздели. Сколько будет? По 200 тенге получается. По 180. Это так получается. Вот веточки. Только они здесь маленькие, да? По 600 тенге. Ну-ка, дай золотистую. Смотри, только здесь отпал листик. Приклеить надо. Нет, в принципе, они не маленькие. Такие же они размером? Да. Ну вот, пошли. Нет, они чуть, может, чуть-чуть меньше. Серебристого нету. А мне надо золотистые. Золотистые есть, вон всякие. А, подожди, не золотистые. Ну да, она же красные золотая. Надо еще. Вот золотистый. Ты будешь брать? Нет, у меня же нет такого ничего. Ну, снег, снег? Да. Можно сейчас попробовать? Для чего? Голубой. Вот для я волос? Хочу спросить, как белый. А вот тут свечки, смотрите. Какие красивые свечки, декоративные. 4 штуки 500 тенге. Класс. Нельзя. И вот такие, смотрите, оранжевые палочки. По 600. Лена. Свечки классные, такой запах обалденный. Какие свечки? Вот, смотрите, знаешь, какой запах? Вкусный-вкусный. И вот такие свечки есть. Вот. Кстати, вот эту нравится. Я ветку в тот раз набрала. Красивые. Красивые, да? Я 3 штуки взяла, кажется, что как будто у меня мало. Цветок в горшке мне понравился. Вот, ребятки. Ох, я в тот раз смотрела на него. 1700, да, стоит? Да, я 7 взяла. Ладно, если. Да, даже 4 штуки я взяла. Смотри, отличается цвет. Вот такой мне нужен. Угу. Целлярку я себе хочу. Вот такая мицеллярная вода. Вот. Бережно удаляет макияж. Я взяла вон такую розовенькую. И взяла еще вот ватные диски, 175 тенге. Ну, средство для туалета надо. А частины это для кухни, что ли? Вот, для туалета, по 330. А, 330. А может, он дурацкий? 8 штук 600 тенге, тряпки. Скотч 500. Тебе не надо скотч? А вот такой маленький. Вот такой скотч 450. Две штуки.
А? 500 тенге корм. Дешевый, да, мяу? А я не знаю, что это за корм. 500 тенге это что? 350 грамм. А его нету, и он закончился. Это что закончился? Вот, забыл за 350. А вот китикет дороже здесь, 82, да? А вон наверху, а, Лена. Ты сейчас что? Нет. А, вот и... Карандашик, что ли? Да. Ох, тут все, все школьное вот всякие. Вот, ластик такие. Фломастеры. А это что такое? 330. Листик-точилка. Ластик-точилка. Носочки. Какая? Как называется? Джок. Джон Харт какой-то. Да. Я, у меня дома столько книг, я это думаю, буду перечитывать, а никак. Я никак. Носки. Вон, смотри, выбирай носки. Вот нас, обувь. Мама, по-моему, вот это тебе нужно. Самый раз. Зачем мне так? Для обуви. Пирожные в ассортименте 330. Каретка какая-то. Шоколадница 500. Тимми 500. Пастила 500. 335 штук. Это почем получается? Шестьдесят тенге получается, да. 65. Печеньки всякие. Вот эти вкусные, Лена, я брала. По 165. Я уже знаю, сколько раз брала их? Вафли. Это вафли. Мягкие. 165? Да, вы очень вкусные. Но они стоят у нас по 80 тенге, такие большие вафли. Вот эти пробовала? Нет, вкусные? Ну, в принципе, нормальные, вот. Да. Но они такие жестковатые. Смотри, что надо сделать? Жестковатые. 330? Ну, давай я возьму, попробую. А это 160. А? Конфеты. Ой, не бери, я их брала. Ну вот печенюшки всякие, вот это вот. Какое-то пирожное по 165. Такое маленькое. 330. Орешки какие-то. Конфеты, картошка. Карамель с экстрактом облепихи, медом и витаминами. 165 стоит. Что? Бонбон? А что это? Ну, ты с Москвы привозила, я их продавала на базаре. Нет, ты Луну. Луну. Ой, Бонни Бон был, я его хорошо помню. А, ну, я не знаю. А ты вот такие не пробовала конфеты? Ну, погоди. Вкусные вот эти конфеты? Да. Ты брала такие? Вот эти вкусные. Покупать можно. Вот такую не хочешь, круассанчик? Покупала, это тоже нормально. Вкусно? А там что? Трубочки для молока. Это что? Зефир, что ли? Да я набираю этих клиентов теперь. А что такие дорогие набираю? Надо вот такие маленькие. Ну, вот он, я буду этот стол накрывать. Наверное, в день Нового года. Да? 31 числа. А это что за конфеты? Ореховый царь. Вот это фруктовая смесь. Уф. Я уже дома, ребятки. Сегодня целый день. Мы на базаре были. Затем поехали. Куда мы поехали? Фикс прайс. По базару очень долго мотались. Вот, сейчас я вам покажу покупочки. Так, ну сначала на базаре я купила вот такие цветочные горшочки.
Посмотрите, мне, я увидела у Лены. Они мне, знаете, очень понравились. Вот. Это горшок, как система автополива. Здесь воду не надо выливать. Вот классный, посмотрите. Такой горшок, правда, там у них на базаре запылился. Вот такой горшок стоит 800. Но они два, а дали мне за 1500. Вот. Вот. На базаре еще я взяла елочные украшения там. Звезду взяла вот такой вот. Смотрите. Такая звезда. Я уже забыла. 500 тенге, по-моему. И взяла на елку вот такие цветы. Вот такие золотистые взяла. И взяла красные. Сейчас очень модно вот так вот цветы на елку. Вот. И каждый цветок 800 тенге. Они отдавали по тысяче, говорили 1000, но уступили мне за 800. А затем мне Лена купила шапочку. Вот. Говорит, не могу я на твою шапочку смотреть. И вот, смотрите, классная такая шапочка. На чехле здесь. Мне очень хорошо. Вот, 2500 стоит шапочка. И она мне купила еще вот такую кофточку. Симпатичная кофточка такая. Сейчас я вам покажу. Поближе разверну и покажу. Ну вот смотрите, вот такая кофточка. Очень мне понравилась. Как раз вот, вот она такая с блеском. Вот такая блестучая. Но вам, наверное, не видно. Тут блеск вот. Стоит 7000 тенге. Это Лена мне подарила на Новый год вместе с шапочкой. А сейчас шапочку покажу вам. Так, вот она шапочка. В общем, вот так вот, ребятки. И вот кофточка. Ну, вот она шапочка. Мне кажется, очень хорошо. Затем мы зашли в фикс прайс. Купила также вот такие елочные украшения. Вот на клипсе. По 600 тенге. Вот такой цветочек взяла. У меня все будет в золотисто-красном цвете. И вот такие бабочки взяла. Тоже вот 600 тенге стоит. Взяла себе вот такое очищение. 350 тенге стоит. Кстати, неплохое средство. Лена уже брала. Говорит, очень хорошее. Вот, смотрите. 3 в 1. Очищение, увлажнение, экстра уход. Для лица, глаз и губ. Вот, смотрите, классное такое. Всего 350 тенге, и запах очень приятно. Там ватные диски, 100 штук, 175 ручек набрало всяких по 19 тенге. Вот эти вот по 19, это по 30. Это вот, и взяла вот такие вот вафли. Вот такие вафли. Вареная сгущенка, сироп, вареная сгущенка 330 стоит. Вот. И такие вот круассан. Вот такой круассанчик взяла. Так, 165. Вафли вот такие вот. Вот так они выглядят. Очень вкусные. Я как-то брала. Мне, в общем-то, очень понравилось. А сколько штук здесь? Так, сколько тут штук? Ну, сколько штук здесь, по-моему, не пишут. Просто пишут, что здесь 240 грамм. И вот такой круассан взяла. 165. С кремом какао. А, еще взяла вот, вот такой шоколад. Так, шоколад. 350 стоит. Посмотрите, вдохновение. Ну, я думаю, вкусный он. Вот, шоколад темный. Темный шоколад, какао тертое, какао масло, сухое цельное молоко. Вот. Вот такой шоколад. Ничего особого не взяла, но взяла еще мандарин и бананы. Бананы по 120, мандарины по 1000. Ну вот и все покупочки. Ребятки, сейчас будем что-то соображать на ужин. Вот такой Land Cruiser у нас.
Land Cruiser Prado. Ну, она большая. Ой, что-то дождик каплет. Ой, что-то она большая. Я на такой боюсь. Не, она большая для меня, Валера. Ну, не хочешь, не надо. Чего? Я страховку сделаю тоже на тебе. Ну, надо попробовать поездить. Ну? Ну, только не сегодня, давай. Темно, зачем будешь здесь? Не сегодня. Так, наконец-то я взяла нормальные продукты, ребята. Сходила сегодня в Феркан, купила горбушу. Горбуша у нас 3250. Хлеб взяла бездрожжевой, уже нарезанный. Ну, кошачий корм, молоко бурнинское. Другого молока не было. И взяла бурнинское, вот, молочко. Так, молочко у нас сколько стоит? 285 молочко стоит. А хлеб? 210. Творог взяла. Вот такой молочный бидончик. 5%. Так. 655 тенге. Колбаску взял наконец-то. Вязанку нашла. Вязанка, ветчина с индейкой. Так, 3130 стоит. А здесь, в общем, вышло на 4263. А, масло сливочное 1140. Вот такое. Наше масло. Вкусное очень. Я постоянно такое беру. Масло нравится мне. Так, творожный сыр Хохланд 640. Вот, творожный сыр. А затем икра лососевая обкомовская 3650. Вот эта баночка 3650 стоит. Вот. Вафли взяла на здоровье 225. Вот такие вафельки это мужу, это без сахара. И вот такие шоколадки. Шоколад 130 тенге каждая. Маленькие такие, по 20 грамм всего. Вот. Сыр пармезан. Вот килограмм стоит 4830. Взяла. Взяла кефир. Фудмастер. Другого не было. 290 тенге. Ну и все, вроде бы, все покупки. Все сказала. И у меня обошлось на 15888 тенге. Вот. Ребятки, всем доброе утро. Ну что же, отправила мужа по делам, накормила его. А сама я сегодня на диете. То есть завтра утром. Или сегодня ночью. 4 часа утра. Пойду сдавать МРТ. А муж вот на ландкрузере. Вот его ландкрузер. Большой-большой. Крузак-крузак стоит. Он говорит, езди на ней. Ну, я что-то это самое... Не знаю, она такая большенькая. Я привыкла к своей малютке. Мне кажется, что это большая немножко для меня.